хорошо. И сезонная акция может стать постоянной. На прошлой неделе стоимость проезда на всем городском электротранспорте снизилась до 20 рублей. Тогда чиновники говорили о том, что своеобразная скидка будет действовать в течение лета. Теперь же рассматривается вариант продления срока такого нововведения. Будем анализировать каждый месяц и принимать решения. На сегодняшний день могу сказать, что 1 июня, когда только внедрили такую стоимость проезда, увеличение пассажиропотока произошло на 1,2%. Напомню, уменьшить стоимость проезда до 20 рублей управление городского электротранспорта решило в связи со снижением пассажиропотока на летнее время. Впрочем, в зависимости от обстоятельств, своеобразная акция может быть продлена или вновь введена в другое время года. К примеру, в 2015 году летом пассажиропоток не уменьшался, а вот в 2016 и 2017 ситуация была кардинально противоположной. Кстати, такое изменение цены, уверяют транспортники, убытков им не принесет. Ведь в отличие от стоимости бензина, стоимость электроэнергии не изменилась.